Здравствуйте, мои необыкновенные, благородные люди этой галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. И сегодня мужчина хочет рассказать о том, что он прозрел. Сегодня пришли к нему определенные осознания относительно вас, относительно отношений в вашей паре. Поэтому не переключайтесь, досмотрите до самого конца. Сегодня ему важно озвучить все для вас здесь и сейчас. И, конечно же, для того, чтобы информация шла конкретно о вашей паре, вам важно прописать в комментариях имена, либо же знаки зодиака, либо же цвет ваших глаз, для того, чтобы Вселенная отправляла информацию здесь и сейчас конкретно для вас. Не забывайте ставить сердечки, конечно же, отправлять стикеры, комментарии. Я отдельно хочу вас поблагодарить за вашу финансовую поддержку. Просто обнимаю вас душой за вашу помощь, за вашу поддержку. Я ежедневно занимаюсь благотворительностью, помогаю людям, животным и птицам. Поэтому каждая помощь идет во благо. Ну что же, я думаю, у вас было достаточно времени подумать о вашем любимом человеке, прописать имена, поставить сердечечко, лайк этому видео, да, для того, чтобы информация шла конкретно о вашей паре и, естественно, от Вселенной в данную минуту. Давайте посмотрим, в каких он энергиях сегодня находится. Какой ты сегодня? Что ты хочешь сказать? Что ты хочешь передать? Что наболело у тебя в сердце? О чем душа твоя кричит и воет в данную минуту? Расскажи, мужчина, здесь и сейчас. А вас, девочки, все мысли только о тебе, все о тебе. Мне тяжело без тебя, мне сложно без тебя. Умираю без тебя, знаете как? Причем вы связаны. Я вижу, что вы, возможно, также чувствуете и себя. То есть вы, слушая информацию, сигнификацию о нем, узнаете себя в данный момент, и на самом деле это ваше состояние сейчас, это ваше внутреннее, да, состояние мироощущения, это связь, которая есть между вами, которую вы не можете, не знаете, не выключить эту кнопочку, выключить ментальную связь, выключить мысли о нем. Да невозможно. Вы думаете о нем настолько же сильно, как и он думает о вас, говорит мужчина. Ну, посмотрите, вот вы сидите в одиночестве, в тишине, возможно, смотрите в одну какую-то мертвую точку, абсолютно не двигаясь в этот момент. А о чем мысли его о вас? Ну, смотрите как, здесь мужчина говорит о том, что он думает о развитии отношений с вами. Вот так неожиданно, но факт, да? Хотя, возможно, это то, чего вы хотите, возможно, это то, вы чего ожидаете. И сейчас, да, благодаря информации, которую я считываю с потока, вы и узнаете это, что мужчина здесь думает о развитии отношений между вами. Да, он говорит, что я хочу поставить точку в определенной паузе между нами, я хочу сказать тебе это, я хочу озвучить тебе это, я хочу, чтобы ты это знала. Ну, давайте смотреть, если вам интересно, да, что он хочет сказать, что он хочет озвучить. Если вам интересно, не забывайте, да, реагировать, ставить стикеры, комментарии, сердечечки писать. Это все важно для меня. Если я буду видеть, да, вашу обратную связь, то, конечно же, мы будем раскрывать и эти аспекты. Я всегда говорю, что я считываю информацию с потока. И сама не знаю, в какой момент, да, какая информация будет озвучена. Поэтому, если вы здесь, то важно досмотреть до конца. И поверьте, вы здесь не случайно. Вас сюда привела Вселенная ко мне. Не забывайте подписаться и нажать на колокольчик для того, чтобы ежедневно получать уведомления. Ой, кстати, девчонки, по поводу уведомлений, вообще по поводу работы YouTube. Кто новенький, да, кто еще не знает, иду сбои. Причем что будет дальше, вообще неизвестно, для того, чтобы не потерять меня, для того, чтобы быть со мной на связи, для того, чтобы ежедневно просматривать освещение о своем любимом, срочно, срочно, срочно подписывайтесь в мой телеграм-канал. Прямо сейчас нажимайте на паузу и переходите в комментарии. В первом комментарии есть уже активная ссылочка. Подпишитесь и сразу же сюда бегом-бегом досматривать, да, информацию, которую мужчина передает. И, кстати, там же есть ссылочка и на мой сайт. Вы можете больше узнать обо мне, вы можете прочесть о моих миссиях, о моих авторских мощнейших рабочих практиках и отклики. Все-все-все там. Поэтому не занимаем время прямого эфира, да, и смотрим, что он хочет сказать, озвучить, передать, что осознал. По карте Луна, знаете как, здесь не резко ему свалилось это на голову, здесь не резко он понял, здесь не резко он осознал. Здесь ему потребовался длительный период времени для осознания того, ну, девочки,
что вы не просто так переключили энергии сейчас, и что вы очень умная, вы очень мудрая, вы правильно себя провели в определенный момент, когда он вас обидел, когда он вас предал, когда он вас оставил. И в этот момент просто взрывается небо самолетами, да? Ну вот вам подтверждение, это все знаки Вселенной, девочки. Это не подстроишь, да, вертолет не вызовешь в прямой эфир, когда будешь записывать. Это все знак Вселенной, что все, что я говорю, это истина. Да. Рассказывай, мужчина. Собрался тут все менять между вами. Слушайте, ну не знаю, что за товарища вы мне привели, но здесь тот, который будет менять, здесь тот, который будет просить прощения, здесь тот, который будет менять ситуацию между вами, потому что здесь он хочет света, добра, любви, наслаждаться вами, не быть только в ментальной связи, но быть вместе, физически, рядом, чувствовать тепло твоего тела. Он мне передает с потока, хочу дотрагиваться до тебя, хочу чувствовать, что ты моя, да, и на физике, а не только ментально. Возможно, у вас только ментальное общение сейчас, да, поэтому он мне, собственно, и передает, что не только ментал, да, я хочу чувствовать, ощущать, но я хочу физически быть с тобой, вот ощущать себя в реальном времени. Еще, говори, мужчина. Ну, девочки, жезловые энергии здесь у него выше крыши. Желаю, хочу, умираю, страдаю. Здесь его жезл активируется при одной только мысли о вас. Я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, да? Потому что есть определенные правила, которых мы, конечно же, придерживаемся. И, конечно же, я очень понятным языком, да, озвучиваю вам информацию, которую передает вам мужчина. Думаю, каждая и каждый меня понял, да? Кто смотрит на женщину, те переворачивают информацию, зная, что меня смотрят как боги, так и богини этой галактики. Думаю о тебе, представляю, визуализирую. Здесь мужчина, кстати, может и просматривать фильмы для взрослых, представляя вас там как пару. Ну, вы поняли, да? О чем он говорит? Еще что-то хочешь сказать, передать моей богине? В одиночестве, девочки, ему очень плохо, ему вот холодно, ему неуютно, ему некомфортно там, где он находится сейчас. Там, где я сейчас нахожусь, он говорит, я хочу сбежать с этого места. Но здесь какие-то сырые подвалы, девочки. Здесь некомфортное состояние, может быть, как физически, да, мужчина находится где-то в каких-то окопах. Потому что вы меня смотрите с разных стран, да, и у каждого разная ситуация в странах. А у кого-то же здесь морально, да, он полностью опустошен, где холодно, где некомфортно, где без вас тяжело. Что еще он хочет вам сказать, передать сегодня? Люблю тебя, представляете, как туз кубков, обалдеть, полная колода, вы же видите, все происходит на ваших ясных глазочках, да, здесь мужчина и солнышко прямо вышло сразу в глаз, говорит о том, что, люблю тебя, без тебя жизни нет, без тебя не вижу будущего, без тебя не вижу ничего, потому что ты одна мне нужна, вот ты в моем сердце, здесь мужчина осознал, что безусловно любит вас, девочки мои дорогие, да, ну и любимая, понимаете, кубковая королева. Карта туз кубков и карта кубковая королева. Полная колода, опять же, здесь мог сказать все, что угодно. Но вам он хочет сказать, что он любит вас, и что вы являетесь его любимой, его необыкновенной, его желанной. И что вы самое важное, вы та, которая живет в его душе. Вы та, которая живет в его сердце. Вы та, которую он никогда никем не заменит. Вот есть чувство, есть любовь, а вы и есть. Это безусловная любовь. Ну что же, девчоночки, кому откликается, не забывайте поставить сердечечко, написать в комментариях, принимаю, благодарю, не забудьте, да, подписаться на мой бесплатный телеграм-канал. И, конечно же, жду вас на личной консультации. Вот кто находится в периоде, когда не понимаю, вот о себе слушаю, не о себе, возможно, я напридумывала себе там чего-то, и сижу, это все жду, чудес не бывает. Поэтому срочно записывайтесь ко мне на личное освещение. Ссылочка на мои каналы, Instagram, Facebook, TikTok находится в первом комментарии. Не ведитесь на мошенников, я сама никогда никому не пишу, ничего не предлагаю. У меня всегда живая очередь, и информацию я отправляю голосом. Ну что же, обнимаю вас душой, желаю вам шикарнейшего времени суток, и, конечно же, до встречи на моих остальных освещениях. Во благо!